Всем огромный привет! Я собираюсь на фотосессию, вот, готовлю свои образы, примеряю тренд в виде вот этих вот заколок. Мне нравятся заколочки с жемчугами, очень так романтично смотрится. На мне моя блуза в таком винтажном стиле. Почему-то на камере цвет кажется очень белым, но на деле это молочный такой цвет оф-вайт приглушенный. Ну что ж, пошли со мной! Как вы думаете, куда я направляюсь? Все угадали правильно. Вот это крутая модель. Смотрите. Ну круто же. Я не знаю, что это за фирма, какая-то итальянская. Но на ощупь очень приятная. Вообще крутяк. Новенькие, видите? Классно. Здесь я нашла вот такие похожие, как казаки, видите? Ну, вернее, да, есть казаки. Я почему-то подумала, что просто ботинки. Мне очень нравится, когда вот эта нашивка впереди. И такие прям качественные. Кожа тяжелая, очень хорошенькие. Жалко, не мой размер. Ну, так-то, в принципе, барахло. Это честно. Вот, смотрите, какие есть. Ну, вот эти, это фаворит, просто фаворит. Правда? Кстати, если порыться, то тоже можно найти, видите, в таких контейнерах тоже есть обувь хорошая. Можно найти интересные модели. Вот простые белые футболки, я вам понаходила просто доказательство того, что есть. Видите, просто обычные белые футболочки. Просто обычные белые футболочки. Маечки очень красивые есть. Новенькие, видите, вообще. Смотрите, какую я джинсовку нашла. Видите, прям винтаж, такая плотная, хорошенькая. Вообще жакетиков много интересных. Сейчас вам покажу, что я выбрала. Это я. Мои вещи сейчас вам покажу. Что я подобрала. Сейчас вам примерю. Вот я примерила вот такую блузу. Где можно подвязать. Рукава можно сделать короче, длиннее. Принт интересный, конечно, здесь плечи, и они определенно мешают. Но в целом неплохой вариант на лето. Она шелковая. И приятная к телу очень. Вот взяла такой пиджак. Молочно-серого такого цвета. Поиск, к сожалению, не смогла протянуть, нету дырочки и нечем, как назло, ее сделать, чтобы вам подсказать. Вот как талию можно подсобрать, говорим. Ну, такой неплохой, хорошо держит форму. Качество очень хорошего. И даже без пояса, сейчас вам покажу. Он тоже, видите, талию подчеркивает. Интересно, мне понравился.
Я прошу прощения за этот телефон, просто я спонтанно зашла и хотела вам уж очень поснимать. Вот я нашла еще такое платье. Это винтаж винтажный. Сейчас попробую одной рукой подвязать его. Вот такое платье. Понятное дело, оно небольшое. Красивый поясок. Есть пятнышко. Это можно отстирать его от чего-то грязного. Смотрите, какая красивая фурнитура. Видите? Короче, классный бабушкин вариант. Не знаю, возможно, возьму его. Просто перешью с какими-то красивыми мюлями. И со шляпой будет очень красиво выглядеть. Вот знаете, есть в народе такое классное выражение: бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе. В предыдущем своем видео я рассказывала о том, что видео будет выходить в среду и в субботу, и я так в таком ритме боевом билась практически месяц, ну больше 3 недель точно. А сейчас я понимаю, что скоро Пасха, и мне нужно закончить тарелку. Видите, здесь есть мелкие детали, которые я еще не проработала. И мне нужно время, также эти праздники будут, есть подготовка, убрать нужно. В общем, большой православный праздник. Будем готовиться, поэтому видео будут выходить так, как раньше, раз в неделю. Ну, сори, если я смогу чаще, я буду чаще снимать. Я не успеваю с работы и хочу много чего закончить, много каких дел. Поэтому спасибо, что смотрите меня, спасибо, что остаетесь со мной, несмотря на то, что я... сказала, но не сделала. Но зато будете видеть своего автора таким, каким он есть. Говорю вам огромное спасибо за просмотр и увидимся. Всем пока!